Добрый день! Тема нашей видеолекции – последовательностные цифровые устройства, триггеры, по дисциплине интегральная и микропроцессорная схемотехника для студентов специальности 5B071600 приборостроения. Подготовила видеолекцию старший преподаватель кафедры АПП Потемкина Елена Борисовна. На следующем слайде представлен план сегодняшней лекции. Первое. Введение. Далее РС-триггер. Второе. Тактируемый РС-триггер. Третье. Д-триггер. ЖК-триггер. Т-триггер. Также приведен список основной и дополнительной литературы и даны контрольные вопросы. Все логические схемы принято разбивать на два класса. Мы уже познакомились с первым классом таких схем – комбинационными логическими схемами, в которых используются логические элементы «и» или «не». Второй класс логических схем – так называемые последовательностные схемы. К ним относятся время задающие и запоминающие устройства. Исходной структурной ячейкой, на основе которой строятся комбинационные логические схемы, является логический элемент – вентиль. В случае последовательностных логических схем роль такой структурной ячейки играет триггер. Соединяя триггеры друг с другом, можно получать счетчики, сдвиговые регистры и различные запоминающие устройства. Итак, состояние выходов комбинационной схемы в некоторый момент времени определяется комбинацией сигналов на ее входах в тот же момент времени. Комбинационные устройства – это те устройства, которые работают однозначно и дают выходные сигналы, зависящие только от комбинации входных переменных. В последовательностных схемах состояние выходов зависит также от состояния входов в предыдущие моменты времени. Последовательностные устройства, выходные сигналы которых зависят не только от комбинации входных переменных, но и от внутреннего состояния устройства. У триггера входы разделяют на информационные и управляющие, то есть вспомогательные. Информационные входы используются для управления состоянием триггера. Управляющие обычно используются для предварительной установки триггера в некоторое состояние и для синхронизации. По способу ввода информации триггеры делятся на асинхронные и синхронные. Асинхронные триггеры изменяют свое состояние непосредственно в момент появления соответствующего информационного сигнала. Синхронный триггер реагирует на информационные сигналы только при наличии соответствующего сигнала на так называемом входе синхронизации C. Синхронные триггеры подразделяют на статические и динамические. Статические триггеры воспринимают информационные сигналы при подаче на вход C логической единицы, прямой вход, или логического нуля, инверсный вход. То есть, если синхронные триггеры изменяют свое состояние при достижении синхронизирующим импульсом порогового уровня на тактовом входе C, то тогда они статические. Динамические триггеры воспринимают информационные сигналы при изменении, то есть перепаде сигнала на входе C от нуля к единице, прямой динамический C-вход, или
от единицы к нулю, тогда инверсный динамический C-вход, то есть изменяют свое состояние в моменты фронтов и спадов импульса. Важнейшие виды триггеров. РС-триггеры, Д-триггеры, ЖК-триггеры и Т-триггеры. Рассмотрим первый вид триггеров. РС-триггер. Условное графическое обозначение РС-триггера показано на рисунке 1. Обратите внимание на то, что РС-триггер имеет два входа S и R и два выхода Q и не Q. В триггерах выходы всегда находятся в противоположных, то есть комплементарных состояниях. Другими словами, если на выходе Q мы имеем уровень логической единицы, то есть Q равно единице, то на выходе будет уровень логического нуля. И наоборот. Входы S и R рассматриваемого триггера называют соответственно входом установки 1 и входом установки 0. Обозначение от английских слов set, то есть установка, и reset, значит сброс. То есть имеется в виду сброс единицы на выходе Q, то есть установка нуля. Далее представлена таблица истинности для RS-триггера. При подаче на оба входа триггера уровня логического нуля, то есть когда и S, и R равны нулю, на обоих выходах устанавливается уровень логической единицы. Q равно единице. Это запрещенное состояние триггера. Оно не используется. Согласно второй строке таблицы истинности, при S равном нулю и R равно единице, на выходе Q триггера устанавливается уровень логической единицы. В этом случае говорят, что триггер установлен в состояние 1. Согласно третьей строке, при R равном нулю и S равной единице происходит сброс сигнала на выходе Q, то есть очистка выхода Q, к уровню логического нуля. Это значит, что триггер установлен в состоянии 0. Четвертая строка таблицы истинности соответствует S равно R и равно единице. В этом случае триггер находится в состоянии покоя. На выходах Q и не Q сохраняются прежние комплементарные уровни сигнала, то есть это режим хранения. Из таблицы видно, что установку триггера в состоянии единицы, то есть когда установка единицы на выходе Q, инициирует логический ноль на входе S. Точно так же установку триггера в состоянии 0 инициирует логический ноль на входе R. Поскольку изменение состояния, то есть переключение RS-триггера обусловлено появлением уровня логического нуля на одном из его входов, то, вероятно, более точным обозначением для этой схемы было бы условно-графическое обозначение, такое, как приведено на слайде. Обратите внимание на инвертирующие кружки у входов S и R. Они показывают, что активным уровнем сигнала для установки триггера состояния единицы и нуля является уровень логического нуля на одном из входов. Рассмотрим второй вид триггеров. Тактируемый либо синхронный RS-триггер.
Условно-графическое обозначение тактируемого РС-триггера показано на рисунке 3. Оно почти такое же, как и для обычного РС-триггера. Отличие состоит в появлении одного дополнительного, так называемого синхронизирующего входа, обозначаемого клок. Работу тактируемого РС-триггера иллюстрируют временные диаграммы сигналов. Синхронизирующему входу соответствует самая верхняя диаграмма. Обратите внимание, что синхронизирующий, либо тактовый его называют, импульс, в данном случае импульс 1, не оказывает никакого влияния на состояние выхода Q, когда на обоих входах S и R установлен уровень логического нуля. Во время прохождения импульса 1 триггер находится в режиме хранения. В момент предварительной установки, предустановки входа S, когда на этот вход подается логическая единица, выход Q все еще остается в прежнем состоянии, Q равно нулю. И только на фронте, нарастающем крае по-другому, тактового импульса 2 происходит его переключение к единице. Тактовые импульсы 3 и 4 не влияют на состояние выхода Q. Во время прохождения импульса 3 триггер находится в режиме установки единицы. Во время прохождения импульса 4 в режиме хранения. Затем логическая единица подается на вход R. Предустановка входа R. На фронте импульса 5 происходит сброс, либо по-другому очистка выхода Q путем установки его в состояние 0. Во время прохождения импульсов 5 и 6 триггер находится в режиме установки нуля. Во время прохождения импульса 7 в режиме хранения. И, следовательно, на прямом выходе Q триггера сохраняется уровень логического нуля. Мы видим, что состояние выходов тактируемого РС-триггера может изменяться только в моменты прохода тактовых импульсов. В этом случае говорят, что триггер работает синхронно. Процесс переключения его выходов находится в синхронизме с тактовыми импульсами. Синхронная работа очень важна для микрокалькуляторов, ЭВМ, где каждый шаг вычислительного процесса должен следовать в строго определенном порядке. Исключительно важную роль во многих цифровых схемах играет еще одна характеристика РС-триггера – наличие памяти. Как видно из временных диаграмм на рисунке 4, этот режим реализуется во время прохождения тактов импульсов 1, 4 и 7. Таблица истинности для тактируемого РС-триггера приведена на рисунке 5А. Обратите внимание, что только три верхние строки таблицы истинности описывают реальные режимы работы этого триггера. Нижняя строка соответствует запрещенному состоянию, которое никогда не используется. Чтобы получить тактируемый РС-триггер, в схему обычного РС-триггера нужно ввести два дополнительных логических элемента и не, как показано на рисунке 5b.
Третий вид триггеров – D-триггер. Условно-графическое обозначение D-триггера показано на рисунке 6А. У этого триггера имеется только один информационный вход D, а также синхронизирующий вход Clock, либо CLK его называют. Выходы по-прежнему обозначаются Q и не Q. Упрощенная таблица истинности для D-триггера приведена на рисунке 6B. Обратите внимание, что сигнал на выходе Q в такте N плюс 1 повторяет сигнал, который был на входе D в предыдущем такте N. D-триггер часто называют триггером-задержкой. Слово «задержка» здесь характеризует то, что происходит с данными, с информацией, поступающими на вход D. Информационный сигнал 0 или 1, поступающий на этот вход, задерживается в триггере ровно на один такт, прежде чем появляется на выходе Q, то есть на время, равное одному периоду следования тактовых импульсов. D-триггер можно получить из тактируемого RS-триггера, добавляя к последнему инвертор. Далее показано условно-графическое обозначение типичного серийно выпускаемого интегрального D-триггера. Этот триггер имеет два дополнительных входа – предварительной установки Preset и очистки клея. Логический ноль на входе Preset и клея инициирует очистку выхода Q, то есть установку логического нуля на выходе Q. В активных состояниях входы Preset и клея блокируют действие входов D и Clock. При разблокировании входа D и Clock действует точно так же, как в обычном D-триггере. Асинхронные входы Preset и клея в активных состояниях блокируют действие синхронных входов. Три первые строки таблицы истинности описывают режимы, в которых работа триггера контролируется асинхронными входами. При этом синхронные входы, а именно D и Clock, могут находиться в любых состояниях, что отмечено знаком крестик в таблице истинности. Запрещенное состояние, строка 3, нужно исключить. Если оба асинхронных входа приведены в неактивное состояние, то есть preset равно 1 и clear равно 1, D-триггер можно установить в состоянии 1 или 0, используя D и Clock входы. Две последние строки таблицы истинности описывают передачу информационного сигнала с D-входа триггера на его выход Q с использованием тактового импульса. Поскольку эта операция осуществляется одновременно с приходом тактового импульса, она называется синхронной операцией. Отметим, что в данном триггере для передачи сигнала D-входа на выход Q используется положительный перепад напряжений от низкого уровня к высокому на фронте тактового импульса. Соединяя D-триггеры друг с другом, получают сдвиговые регистры и регистры хранения.
Эти регистры широко используются в цифровых системах. Итак, запомните, что D-триггер задерживает поступление информационного сигнала на выход Q на один такт и называется триггером с задержкой. На следующем слайде представлен вид триггера ЖК. ЖК-триггер – это, пожалуй, наиболее широко используемый универсальный триггер, обладающий характеристиками всех других типов триггеров. ЖК-триггер имеет два информационных входа – Ж и К, синхронизирующий вход – клок, и, как все триггеры, два комплементарных выхода – Q и не Q. Когда на оба входа G и K подается уровень логического нуля, триггер блокируется и состояние его выходов не изменяется. В этом случае триггер находится в режиме хранения. Условно-графическое обозначение ЖК триггера показано на этом слайде на рисунке 10А. Таблица истинности на рисунке 10Б. Строки 2 и 3 таблицы истинности описывают режимы, соответствующие установке триггера в состояние 0 и 1. Строка 4 иллюстрирует очень важный переключательный режим работы ЖК-триггера. Если на обоих входах G и K установлен уровень логической единицы, то следующие друг за другом тактовые импульсы будут вызывать перебросы уровней сигналов на выходах триггера от единицы к нулю, от нуля к единице, снова от единицы к нулю и так далее. Такая работа триггера напоминает последовательно производимые переключения тумблера, откуда и происходит название режима. Условно-графическое обозначение ЖК-триггера, входящего в состав интегральной ТТЛ-схемы 74-76, показано на рисунке 10А. По сравнению с предыдущим триггером, данный триггер имеет два дополнительных асинхронных входа – вход предварительной установки и вход очистки. Синхронными входами являются информационные входы G и K и синхронизирующий вход клок. Показаны также стандартные для любого триггера выходы – прямой Q и инверсный не Q. Напомним, что асинхронные входы Preset и Clear в активных состояниях блокируют действие синхронных входов. Активным состоянием асинхронных входов соответствуют три первых строки таблицы истинности. В режимах, описываемых этими строками таблицы истинности, синхронные входы блокированы, и их состояние не влияет на состояние выходов триггера. Поэтому для входов G, K и клок в этих строках поставлен знак крестик, то есть любое состояние. Одновременная подача на оба асинхронных входа активного уровня сигнала логического нуля
соответствует запрещенному состоянию. Этот режим нужно, естественно, исключить. При блокировании обоих асинхронных входов пресеты клея уровнем логической единицы работу триггера контролируют синхронные входы. Четыре нижние строки таблицы истинности на рисунке 7.5b описывают синхронные режимы работы ЖК-триггера микросхемы 74-76. Хранение, установку нуля, установку единицы и переключение. Заметим, что в ЖК-триггере микросхемы 74-76 для передачи информационного сигнала с Ж и К входов триггера на выходы Q и не Q используется полный тактовый импульс, инверсный. ЖК-триггеры широко применяются во многих цифровых схемах. Вы будете использовать ЖК-триггеры главным образом в счетчиках. Счетчики содержатся почти в каждой цифровой системе. ЖК-триггер относится к универсальным устройствам. Их универсальность заключается в том, что они, во-первых, могут быть использованы в регистрах, счетчиках, делителях частоты и других узлах. Во-вторых, путем определенного соединения выводов они легко обращаются в триггеры других типов. И, наконец, ЖК отличается от РС-триггера отсутствием запрещенного режима. Обозначение в программе Electronic Workbench ЖК-триггера показано на слайде, где обозначено G-информационный вход записи единицы, K-информационный вход записи нуля. Знак «больше» — это динамический вход. В программе Electronic Workbench наличие кружочков на изображениях выводов обозначает, что активными являются сигналы низкого уровня, а для динамического входа, что переключение триггера производится не по переднему фронту тактового импульса, а по его спаду. Здесь показано обозначение ЖК-триггера в отечественной электронике. Здесь динамический вход обозначается буквой C. Ну и, наконец, T-триггер. В отличие от D-триггера, T-триггер имеет только один вход T, который также является динамическим. Состояние триггера может изменяться либо по фронту, либо по спаду импульса на входе. Это зависит от конкретного типа триггера. В качестве примера показано условно-графическое обозначение T-триггера, действующего по фронту. Логика работы T-триггера элементарно проста. Каждый активный перепад сигнала на его входе, в данном примере фронт импульса T, изменяет состояние триггера на противоположное. Следует отметить,
что временные диаграммы сигналов – это диаграммы, показывающие уровни напряжения и временные интервалы между входными и выходными сигналами, и соответствуют той картине, которую вы наблюдали бы на экране осциллографа. Т-триггер делит частоту входного сигнала на 2, поэтому его часто называют счетным триггером. В программе Electronic Workbench отсутствует модель Т-триггера, но триггер Т-триггер несложно получить из Д-триггера, соединив его инверсный выход с входом D. Вход C триггера типа D после такого соединения будет играть роль входа T, получившегося T триггера. Активным перепадом его остается фронт импульса. Итак, мы сегодня рассмотрели существующие виды триггеров. Можно сделать вывод, что соединяя триггеры друг с другом, можно получать счетчики, сдвиговые регистры и различные запоминающие устройства. Но это темы следующих лекций. Далее приведен список основной и дополнительной литературы. Ниже приведены контрольные вопросы для самостоятельной подготовки студентов, а именно. Первый вопрос. Какие основные типы триггеров существуют? Второй вопрос. Какие же устройства называются последовательностными? Что является основным недостатком асинхронных триггеров? Следующий. В чем заключается отличие асинхронных триггеров от синхронных? Пятый вопрос. Опишите работу RS-триггера. Шестой. Расскажите о назначении выводов асинхронного RS-триггера. Далее, седьмой вопрос. Как работает D-триггер? И почему T-триггер называют счетным? Девятый вопрос. Преобразуйте ЖК-триггер в D и T-триггер. Десятый. Синхронные триггеры делятся на какие виды? Следующий. По способу запуска триггеры как делятся? Что показывает временная диаграмма? Почему ЖК-триггер типа ведущий, ведомый, может изменять свое состояние даже в том случае, когда G и K блокированы? На этом наша лекция закончена. Благодарю всех за внимание.